Lexus LS для заднего пассажира делаю современную мультимедийную систему. Основная задача – это сохранение штатного вида, то есть сохранение аутентичности. Для выполнения задачи сохранения штатного дизайна мы вынули штатную матрицу, вот она, и в этот же корпус подобрали новую матрицу, которая будет работать в HD-формате. Все остальное останется прежним. Все уже установили. Посмотрите, вещь, оригинальный дизайн сохранился, и появилась в нем возможность подключать дополнительные мультимедийные системы. Подключили мы в первую очередь Apple TV. Сейчас мы смотрим разный контент со смартфона, потому что он подключен к Apple TV. Но если есть необходимость, то просто выходите и смотрите все, что угодно, все, что есть в Apple TV. А это уже непосредственно в самом Apple TV находится. Все очень удобно, быстро, комфортно, на самом современном уровне и в не самом новом автомобиле. Сделаем ваше транспортное средство совершенным. Управление осталось, как и прежде, штатное. Если нужно закрыть монитор, то просто нажимаете штатную кнопку, как и прежде, и монитор убирается. Ну а если хотите что-то посмотреть, нажимаете опять ту же кнопку, и монитор открывается. Все делается оригинальным пультом.